Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение моей партии за Швецию в Sid Meier's Civilization 6 Gathering Storm. Если вы случайно наткнулись на это видео и смотрите партию не сначала, то рекомендую перейти к первой серии. Ссылка есть в описании к этому видео, либо, по идее, ссылочка появляется в верхнем правом углу. Также напоминаю, что спонсоры канала видят все серии сразу во вкладке сообщества. Всем остальным приятного продолжения просмотра. Насколько в шестой циве управление не особо интуитивно и так быстро, да, там, типа, можно нажимать на кнопки, но это все так как-то медленно. Я бы еще поставил, я бы еще каперов сделал. Так, тут отремонтировано. Можно отправлять снова караванчики. Так, кампус, древние стены, фабрика. Пригород. Давайте. Ну да, можно статую свободы. Так. Продолжим тут инвестиции в центр коммерции. Там крутой торговец великий. Я его хочу. Этаж надо строить. Так, вот здесь надо будет вырубать. Так, давайте тут строителя. Отлично. Берем инженера, берем флотоводца, мгновенно строит маяк и верфь, и берем писателя, класс. Так, вот у нас есть город для мгновенного маяка и верфи. Норвежец, предложение.
Так, а это что делает? Зрение компьютером на один район больше можно строить. Ну, блин. В этом городе... Хотя, в Стокгольме... Не, давайте в Эребру. Блин, что-то у них так науки много. Ну, скиф захватывает грузины. Предположим, а вот норвежцы что так круто. Не знаю. Так, давайте здесь поставим теперь на плюс 100% морским юнитом. И каперов построим. Которые в будущем у меня будут... подводными лодками. Венгер, мне просто интересно, зачем ты ко мне шпилал? Что ты у меня собираешься тут разграблять? Ну, мне нужно где-то качать шпиона. Вроде как уже выяснили, что там всего лишь это лояльность. А Петру построили или мне кажется? Ну, у меня она светится, как ее можно построить, но почему-то не могу построить. Она на пустынной равнине строится или на холмах тоже? На равнине. Не написано. The human race is a monotony. Наконец-то я добрался. Боже. Сколько я не мог забрать этот артефакт. Блин, дворец Потава построили. Это жалко. Торговца заберите, пожалуйста. На туризм никто не хочет выкупить торговца. Случайно. Я вот эту клетку Янчопингу отдам. Кардифф. Девять науки, норм.
Так. Что дальше? Хочу все-таки какое-нибудь чудо там построить. Так, надо в Стокгольме уже отменить в коммерческий район. Проекты делать. Она и сама отменилась, в общем-то, это центр. Вещание, надо что-нибудь покупать. Ну, я, наверное, накоплю на лаборатории. Стандартизацию открыли. Так, надо капер не забыть убрать, отсюда будет. Граната. Кажется, мы нашли все города государства. Тематически. Отличненько. Да, хорошие тут у норвежцев морские клетки. Мне тоже нравится. Так, капер, тут маяк. Надо... Откуда-то у меня не бегает караван. Из Хальмстада или Умео? Хальмстад бегает, Норчопинг. Из Лунда. Из Лунда не бегает. Да. Нет. Просто нет. Спасаем капер. Так, апнем Рейну на этот раз. Бонусы от гавани центра коммерции удваиваются. От верфи. Побольше каперов сделаем. Я иду в сторону скифа.
Универ, так. Торговца строим. Опа. Внезапно смог походить. Так, ну дворец Потала это давно было. Так, значит, что в Стокгольме? Производство, рост. Так, сделаем. Здесь можно чисто на производство. Блин, что-то... Линчопинг умирает потихонечку. Может, ему какую клетку с едой передать? Вот эту, например. О, все равно умирает. Супергерл, я предложение... не буду принимать, потому что я вижу твоего миссионера. Да, кстати, что там у нас по религиям? Ну, хорошо. Да, у Венгрии 32 города. Но он уже 13 обратил. Да, мне православие как бы не особо. Так, я, пожалуй, куплю вот клетку с красителем. Все-таки краситель мне нужен. Слушай, сколько там ходов осталось? 6. 3 очка. Не, я, наверное, выйду в золотой век. Канализация. Давайте, кстати, построим. Раз. Два. Нет, тут долго. Три. Ну, все равно 4 надо канализации, ладно. Построил я статую свободы. Да я, у меня половину очков дипломатии собрано. Так, на минуточку. Давайте объединим. Слушайте, я тут при должном усилии даже Неаполь, наверное, могу захватить. Между прочим. Так, давайте еще раз проверим, что у меня всех городов бегает. У меня городов-то сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, десять, да? Ну да, вроде всех бегает.
Давайте тогда из линчопинга и отправим на еду. Вот, в Буду. Потому что у меня город этот умирает потихоньку. Все, перестал умирать. Надо проверить ресурсы. Может, поторгую с кем. Кстати, дипломатическая видимость тоже неплохо. Так, что с ресурсами? Не с кем торговать. Того, чего у меня нет, у них по единице, а остальное у меня уже есть. Венгр, на миссионерами это вообще без шансов, честно говоря. Я знаю. А мне, ну, что остается? Апостолы? Ну, а апостолы все равно объявляется война, и ты их сжигаешь. Так я хотя бы веру буду меньше. Ну, ладно. Как нет, ну, нет, если я не прав, поправь, я... Не-не, это правильно, что бесполезно. Что я дружбы не принял. Это я согласен.
Ну вот и все. Спасибо за игру, пацаны. Я пошел. Спасибо за игру. Спасибо за игру. Да, приятно было поиграть. Спасибо за игру, грузин. Извини, ничего личного. Отдали грузина просто так. О, красивый у тебя норвежец Геликарнас. Да. Я ж об этом и говорил. Ну, одно дело слышать, другое дело увидеть собственными глазами. Мне он тоже нравится. Что странно, в этот раз что-то затопление особо не сильное. Никто угольные станции, что ли, не строит? У меня две. Так, лаба. Еще 6 ходов, наверное, купим тогда лабу здесь. Ну, пошли. В Уран. Так, броненосец. Мне надо, наверное, в гавани проводить. Мне нужен броненосец. Ну, проекты. Судоходство в гавани. Вот так сделаем. Под пингалой просто это больше будет очков. О! Все игроки могут осуждать юниты православия. Православие, да. А, плюс 100%. Вредины какие. Давайте нельзя строить здания в кампусах. А смысл? Там люкс уже 300, и у него лаборатории. Да. Он уже лаборатории построил. Уже давно уже. Ну тогда плюс 100% кампусом, видимо. А чтобы мы его догнали. По поводу Нобелевской премии. Учитывая, что у Кристины 570, а всех остальных там 200 еле-еле. То есть вы не хотите Нобелевскую премию проводить? Ну вот смотри, там способ увеличения счета, получение мирового влияния. У тебя мировое влияние всегда будет лучше, чем у любого из нас. Так получение есть, мирового влияния, а не это... А не сколько судя его потому, у меня? Что у тебя его больше всех? Да, его просто судя не потому, тратил. Что у тебя больше всех? Ну, давайте сравним. Так. У меня давай. Вход плюс 5. У меня минус 5. Как бы ну, я у тебя хорошо, потому что претензии. Не ориентироваться, да. Можете у на меня плюс 7. Вот. Хорошо, значит, за Нобелевку. Я заголосую Нобелевку. Да я тоже буду за. Смысл против. Тогда надо, точно один из... Надо просто помнить, что у Лёши 12 из 20 дип победы. Да, да. Так что копите на отнимание у него дип очку. И увеличивайте сейчас, кто может, увеличивайте... фарм, чтобы не дать ему выиграть. Да ладно, Христос Искупитель. Что-то ну, я в этом городе никакое чудо не могу достроить. Вот соревнование. Постоянно. Или ее не приняли? Приняли. А, она просто не появилась почему?
Я же за голосовал. Оказался. Нет? Нет, я за голосовал. А, нет, у меня почему-то минус стоит. Ладно. Ну, у тебя минус, потому что у тебя минус идет. Ты же сам сказал, да, у тебя да, минус. Нет, я почему-то проголосовал против, хотя я вроде нажимал за. Так. Лабы. Здесь я купил, по-моему, лабу, да? Ну что, Арсакхас построить? В принципе, тоже неплохое для влияния. Для влияния. Так, здесь тогда я лабу построю своим ходом. О, демократия. Где там новый курс? процентов золота, ну не особо, не особо. С двумя и более повышениями гражданский авторитет. Нет, дополнительная культура. Триста сорок. Все равно у венгр тоже дофига культуры. Почему-то. Верфь, верфь, и там верфь есть. Так, скоро у меня флотоводец мне необходимый. Кстати, по туризму, но я вряд ли тут как-то сильно давлю. Вообще венгр побеждает по туризму пока. Нормально. То есть еще и Мехико он захватывает, смотрите. Смотрите, что творится. Этаж. Ну, давайте еще каперов. Тут их надо объединять. В общем-то, я всю карту вижу уже. Конечно. Так. Нет, ну как это называется? А, ну хотя бы Бразил забрал, красавчик. А, блин, я пропустил, что там было? 24. Какой-то крутой ученый был, да? Очень крутой. На универы? Да. Да. О.
Не, самое интересное, что я смотрел, что скиф должен забрать ученого. Смотрел, думаю, надо сидеть, следить за этим, и пошел другими делами заниматься. Улучшенная авиация, озарение. Ну, кстати, ничего так, если бы у меня алюминий был. Было бы вообще зашибись. Там великого писателя забери, Леш. I beheld the wretch. А за учреждение инквизиции дают очки? Да. Поздно уже тут канализацию строить. Давайте тут строителя сделаем. Норвежца так прикольно плавать, как будто из каменного века попадаешь в какой-то другой мир. Эх, 2 очка не хватило. Я великих ученых, в смысле этих великих людей покупал. Чтобы хватило. Мне как раз тоже 2 не хватало. Нет, я там 1 бы мог купить еще. И все. Как я плохо Почему по векам в этой игре не могу использовать. Причем из-за собственных. У тебя есть три горы. Сам лажаю при этом. А все клетки должны принадлежать одному городу. Все клетки принадлежать одному городу не должны быть обработаны, должен быть престиж не меньше 3, кажется, и как минимум. А, все, теперь. Так, а где я еще не поставил свой этот голову лося? В Нерчопинге, в Лунде. Синхрон, похоже. Да, у Люксора синхрон. Это потому что я в золотой век не вышел. Ну, подлодки в итоге приплыли, только не к его берегам, а к моим. Какие подлодки? Уже подлодки? Которые копера были. Так, пульс паровой машины, давайте. Просто во времена приказа коперов уже не было, были подлодки. Блин, я вот мог выйти в золотой там. Сейчас чудо достроится. Один ход. Блин, с пушечкой больно будет. Наверное, давайте скаута проверим. Да не, он убьет меня, мне кажется. Зря только. Дело в том, что подлодкам нужна нефть. Сначала надо нефть открыть. Как бы это ни закончилось вылетом. Кстати, может на паузу нажать пока? Ну попробуйте, потому что у меня до сих пор загрузка идет. Даже лидера нет еще. А в былые времена, я помню, лидер мог и вообще не появиться. В смысле в былые времена? Ну, когда-то раньше, я помню, такое бывало. Может, какими-нибудь патчами поправили, я не знаю. Да, они на патчи забили, видимо. Здесь поправить нужно. Они для PlayStation все выпускают. Да, особенно. Что, Леш, будешь на обнаруженный баг? Нет, конечно. С пантеоном можно получить клетки 64-64. Или 16 поселенцев на 16 ходу. Да, да, это круто. Там норвежец к тебе десант плывет. В виде Какой? Миссионеров. Ты в курсе? Да, да это бесполезно. Так на паузу-то так и не нажал никто. Сорян. Мне кажется, тут бразилец не прав.
Ну да, он напал. Венгр напал на бразильца, да. Я его тем более подговорил. Но венгр довольно, не знаю, ходов через 10 уже начал предлагать мир. Тем более, что у бразильца тут, по-моему, есть территория, где и города ставить. Ну да, у него там можно в пустыню еще город поставить, Карпан. Можно было пойти забрать Иерусалим, учитывая, что да. Бразилец без религии. Можно было со мной вместе попилить да. русского, ой, грузина. Грузию, да. Не знаю. Я понимаю, что там ему венгр подгадил, я не спорю. Но возможности дальше были, зачем... А зачем? Вот и затопление начинается. Mm-hmm. Кстати, да. Надо посмотреть, вообще у меня тут что-то затапливается. Так, вот одна клетка. Ну, эти такие. Прикол, у меня только одна клетка из моих основных городов. Смотрите, у меня вот Стокгольм и Эребру, да, все стоят на побережье, я не знаю, кто видит мою территорию, и там только одна клетка затапливается, и то второй волной только. Да. Вот у тебя в Хальмстаде затапливаются три клетки. Ну, это такой город. Включайте. Да, такой город, знаешь. Если затопится, я не особо расстроюсь. Ну, да. На такой карте в соседях только македонский хуже, чем скифы. Да. Блин, да где же этот лагерь? Откуда вот они спамятся постоянно? Тут еще где-то клетка одна. Если вы хотите сказать, что из этого моря вообще выплава не будет, да? Ему там по факту либо на тебя, либо на меня нападать. Мои 270, ну, 280 веры, это только из-за того, что я живу вот просто одни горы, мне пищи бы неоткуда было брать. Я взял пантеон как раз на еду, чтобы хоть как-то города росли. В смысле пантеон на еду? Ты же взял как раз... Не пантеон, а веру. Понял. А, давайте тут. Слушай, ну дай хотя бы одним вот зайду, посмотрю территорию, иду. Вот одним. Вот я даже тебе скажу, где он будет, вот, чтобы ты вот контролировал эту ситуацию. Всех остальных я отведу, вот, ей-богу, честно говорю. Никогда еще не знаю, чтобы так упрашивали, дай мне выиграть религии. Я обычно ною, а тут, видишь, человек, дай посмотреть. Вот, смотри, у Ставангера одним просто, вот одним. Блин, слушайте, ребята, мы же забыли, мы можем его юниты религиозно уничтожать без объявления войны. Ребята. Ну да, я как бы уже уничтожаю. Да, понял, а я что-то туплю. Ну, как всегда, в принципе. Ничего нового. Так. Расакхас я тут построил. Могу райончик какой-нибудь. Театралочку. Ух ты, на плюс 4 есть место. Да, надо ставить. Это тут районы и чудо. Там инженера накапал. Да что ж мне так не везет с этими дурацкими сегодня людьми-то? Нормальный на кого люди? Инженер накапал? Ну там я плюс 20%. Бесполезного какого-то вообще инженера на престиж. Сейчас ему очень обидно, наверное, было. Нет, ну конечно полезный, когда ты собираешься играть в культурку. Но я-то не культурный, я же бескультурный варвар. А, блин, линкор-то стреляющий, ё-моё. Короче, мне надо этот броненосец таки. А, у меня угля нету. А, у меня
Электричество все уголь съело. Блин. Мне нефть нужна. Быстрее. Нефть надо быстрее открывать. А, подожди, так у меня есть нефть. Так давайте поменяем на нефтеперерабатывающий завод. У меня плюс 3, по-моему, вход идет, да, от великого человека. Да и одним-то хотя бы посмотрю. Я пока не уничтожаю, я слежу. Не открыт нефтеперерабатывающий завод, что ли? Я даже вот всех остальных отвел, как бы, чтобы ты тебя не это... нервировать. Я мазутный электростанок. Так, давайте вот ее сначала откроем, потом... Ну, тем более тут у нас будут подлодки. Блин, как мне Неаполь захватить? Может, у кого угля попросить? Венгр, кстати, а ты мне 200 монет-то отдал? Я что-то вспомнил внезапно. Вот ты жмот, а? Да это... у меня не было тогда. Ща я... со всеми процентами. Ой, да ладно тебе, я тебе в прошлый раз проценты отдал. Ну, как бы, то, что я, ну, как бы, честный, все так. Вот те 10% всего лишь. Ладно, давай вот так я тебе кинул. Это я вовремя, кстати, вспомнил про 200 монет. Так, слушайте, у меня лабы везде построены в моих. Ну, тут еще только строится. Венгер, принимай там. Да. Я так прям запросил все 900. Нет, конечно. Еще и уголька попросил. Ну, ладно. Ну, это, считай, вот набежало. Ну, да, согласен. Так, откуда мне тут быстрее? Он, наверное, из Норчопинга таки добежит. О, что-то задание выполнил прямо. Скиф, да, я тоже так же одним вот миссионером. Да я тебе отвечаю одним. Слушайте, ну давайте как-то... А, это Мехико захватил. Понял. Так, хотел сказать, давайте не будем перекупать в конце хода города-государства. Сорян, я сначала что-то там строителями занимался, потом вспомнил, что надо Мехико убрать. А ты не хочешь со мной мир заключить? Кризис закончился. Да, Ленинград стоит. А чё, а зачем? Я думаю, тут скоро начнут на тебя все нападать. Как бы 403 науки. Нет, 403 науки даже не изучено ракетостроение, а у тебя 12 из 20 дип победы. Так что я не уверен, что надо на меня нападать. Дип победы меня следующим голосованием просто уберут 3 голоса и все. Может и не уберут. Может не уберут, но это не влияет на нападение. А вот наука это... тяжело. Так. Морских юнитов. Так, что у нас тут по шедеврам? В Эрмитаж. Ну вот, бразилец, а ты переживал. За что я переживал?
Ну что я тебе испортил? Сейчас ты у меня все испортил. Да. Притом настолько испортишь, что ты можешь выиграть. Даже он может выиграть. Как, каким макаром я смогу выиграть? Ну, мои 190 плюс твои 220. Ну, все четыре. Я твои вот эту вот орду городов буду забирать, ну не знаю, ой, наверное, у тебя до конца игры. Прокачанные летучие отряды, три прокачки. Четвертое это будет перемещение. Нормально, у меня нефть. Ты все будешь очень быстро забирать. Ну что, у тебя один налет минус стена. В одном городе, в другом они снялись на 4-5. Ну слушайте, пошли тогда каперы апгрейдить в подлодке. Ну у тебя там гор полно, а у меня шпионов нету столько, чтобы постоянно их сажать тебе. Так а чё постоянно сажать? Подъехал... летучкой два захода бомбардировщиков, забираешь город. Пересадил этих бомбардировщика, забрал город. Как бы не знаю, чего ты вот так переживаешь, где-то все легко берет. В отсутствие у меня алюминий. А ты вышел в алюминий, но у тебя его нет? Да. Венгар в поленке есть. Ну, поленки мне очень долго забирать. Ну, да, он есть или в пустынях, в пустыне мне не завезло, там 4 клетки, или в джунглях. В джунгли только в Дебрице не есть, но там тоже не завезло. Как бы вот, а у тебя в джунглях H2. Ну вот, как бы это можно было примерно, ну, плюс-минус предвидеть. Иногда, конечно, на равнинах он появляется, но редко. На этом пока все. Спонсоры канала «Продолжение» могут посмотреть прямо сейчас во вкладке «Сообщество». Для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!